продолжаем изучать песню группы Ария Тореро. В данном видео мы разберем вступление. Вступление мы начнем с квинты. С пятой струны. Это будет пятая струна на пятом ладу, указательным пальцем. Далее пойдет четвертая струна на седьмом ладу, третьим пальцем. И мизинцем мы зажмем третью струну тоже на седьмом ладу. Вот, в правой руке у нас будут удары. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Точнее, вниз, вверх, вниз, вверх. И я предлагаю последние три удара сыграть вниз. Второй вариант можно тоже чередовать. Вниз, вверх, вниз. Итак, еще разок. После этой квинты у нас идет партия бас-гитары. В одном видео я уже показывал, как можно сыграть ее на гитаре. Вот, здесь мы ее не будем разбирать. Вот, значит, далее у нас пойдет, после этой партии бас-гитары, у нас идет гитара. Первая фраза. Вторая, третья и четвертая. Здесь получилось 4 фразы. Значит, первая фраза начинается с пятой струны, с пятого лада, указательным пальцем. Далее будет седьмой лад, та же пятая струна. Итак, еще разок, пятая, пятый лад, пятая струна, седьмой лад, пятая струна и восьмой лад, тоже пятая струна. И четвертая нота. Четвертую ноту мы сыграем на четвертой струне на седьмом ладу. Большой вибрато. Итак, еще разок, первая фраза. Играем это все на приглушенных струнах. Глушим у подставки. Правой рукой. Так, еще разок, первая фраза. Далее вторая. Вторая фраза у нас начнется с четвертой струны, это будет пятый лад, указательный палец. Пятый лад, четвертая струна. Далее пятая струна на седьмом ладу. И далее шестая струна на восьмом ладу. Это будет вторая фраза. Итак, еще разок, первая фраза. Вторая фраза. Третья фраза. Третья фраза тоже начинается с четвертой струны на пятом ладу. Далее будет пятая струна на восьмом ладу, пятая струна на пятом ладу и шестая струна на шестом ладу. Еще разок, третья фраза. И далее идет четвертая. Это будет шестая струна на шестом ладу. Пятая струна на пятом ладу, пятая струна на восьмом ладу, пятая струна на седьмом ладу, шестая на восьмом ладу и шестая на пятом ладу. Или вот так. Так, далее у нас пойдет, значит, 4 фразы мы с вами сыграли. И опять у нас начинаются квинты. Вот. Квинты с шестой струны, значит, мы начинаем с шестого лада ударом вниз. Шестой лад, пятый, третий, шестой. И на пятом ладу мы играем ритм. Ритм у нас будет состоять из приглушенных ударов по одной шестой струне и одного удара вниз открытого, то есть не приглушенного. Еще разок. Шестая, вниз, шестая, вниз, два раза шестая, еще разок, два раза шестая, два раза шестая и вниз. Я не советую считать, запоминайте сразу на память ритм. Удары чередуются, это значит по шестой два раза и квинты вниз открытые два раза. Далее мы повторяем
по квинтам вниз с шестой струны, шестой лад, пятый, третий, шестой, и на пятом опять играем ритм. Вот. Значит, вторая гитара в это время играет. Итак, значит, вторая гитара, это будет четвертая струна, восьмой лад. Далее пятая струна, десятый лад. Четвертый, восьмой. Третий, десятый. Третий, девятый. Третий, седьмой. Четвертый, седьмой. И за вторым разом четвертая у нас сыграет на восьмом ладу. Но уже не один раз, а раз. Еще разок. Раз, раз, два, три. Раз, два. Далее опять пятая на десятом. Опять четвертая на восьмом. Третья на десятом. На девятом. На седьмом. И здесь мы сделаем остановку. И с седьмого лада по третьей струне, не отпуская указательного пальца, доедем до четырнадцатого лада. Таким образом, это вступление. Тренируйтесь, у вас все получится.